Всем привет! Перед вами 10 тенге 93-го года. Мне ее тоже прислал Абат из Астаны-Нур-Султана, кому как удобней. Ну, я думаю, сразу же все видите, что не так с этой монетой, Игорь Павлович. Увеличьте, пожалуйста, крупнее покажите монетку. Думаю, сразу все видят маленький дефект снизу, маленький выкус. Давайте поверну другой стороной, тоже покажу. Маленький, но очень приятный выкус. Ну, естественно, он очень приятен тем, что это на монете 93-го года. К сожалению, тогда не было ни Ютуба, ни соцсетей. И поэтому мало кто знал и обращал внимание на такой брак. И, соответственно, мало кто откладывал. Благо, что кубышки наши полны этими монет. И в последнее время зрители канала, и не только зрители канала, коллекционеры очень многие стали обращать на это внимание и находят браки даже вот на таких старых монетах. Таких браков у меня, вот это уже третий, вот обратите внимание. И все они, заметьте, все они были найдены за последние, ну, наверное, года 2-3. Везде такие же маленькие выкусики. То есть нету таких очень серьезных выкусов, как на одном из предыдущих роликов с одной тенге. Но, тем не менее, это тоже интересная находка. И вдвойне интересно, что у нас сделано спустя много лет, как монеты, изъяты из обращения. Огромное спасибо Абату за его внимательность и за эту монету. Так что, перебирая свои кубышки и просматривая старые монеты тиины и тенге образца 93-го года, не забывайте обращать внимание на выкусы, не забывайте обращать внимание на перевертыши, нарушения соосности, расколы и прочие мелкие браки, про которые мы вам много-много раз рассказывали в наших роликах. Ну, а свой WhatsApp я еще раз повторю, 8-701-325-5702. И я его закреплю в комментариях. Если вы найдете браки, обязательно присылайте мне фотографию. И канал Игоря Павловича выкупит у вас этот брак и снимет про него интересный ролик. Всем удачи!